Привет, с вами Вилсаком, и сегодня я вас научу, как звонить на телефоны, записанные на русском языке, с помощью Siri. Казалось бы, очень простая задача, но если мы попробуем позвонить Тиму Куку вот в таком режиме, то получится следующее. Call Tim Cook. Sorry, Valentin. I can't look for restaurants in Russia. Конечно, Siri не поняла вообще, что я сказал, но попыталась транслитом все это перевести, и у нее ничего не вышло. Итак, из этой ситуации есть несколько выходов. Во-первых, вы можете отключить Siri, использовать голосовое управление, тогда все будет работать, но это, конечно же, не путь джедая, потому что Siri очень полезный инструмент. Второй момент, вы можете написать имя и фамилию по-английски, но опять же, это неудобно. Мне лично удобнее, когда все-таки по-русски, я так быстрее ориентируюсь. И не так много людей, которым бы я хотел звонить с помощью голосового набора. Это буквально близкий круг друзей и родственников. Итак, какой выход предлагаю я? Идем в контактах, в самый низ. Здесь есть поле «Добавить поле». Нажимаем сюда и из всего списка выбираем псевдоним. Это поле не будет высвечиваться во время набора номера, но тем не менее оно позволяет вам придумать человеку какой-нибудь псевдоним. Например, то, что вы просто произносите, то, что вы сможете без труда назвать по-английски. В моем случае это будет Rainbow. И теперь Siri будет понимать, что вы хотите от нее получить. Пробуем. Call Rainbow. Итак, Siri сразу же поняла, что я от нее хочу, и звонит Тиму Куку. Вот такой простой совет. Пользуйтесь на здоровье. С вами был Вилсаком. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Твиттер. Пока!